Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня, да, у нас новый разбор, новый укулеле, обзор на нее делал вот в этом ролике, обязательно посмотри, откуда она взялась, вся история, чем она крута, чем не крута, все там я рассказываю. Сегодня мы с вами будем разбирать ту песню, которую вы мне писали очень много в комментариях, исполнители Лимбы. В общем, Лимба и Андро написали песни «Ксо», и мы сегодня с вами будем учиться ее играть. Скажу сразу, для меня это было очень сложно в плане, оригинал вообще звучит по-другому, мелодия совершенно другая, аккорды ты подстраиваешь, они не звучат с этим, и поэтому более-менее вариант, который я смогла найти на просторах интернета и самой подвыть, я нашла, и сегодня научу тебя это все играть. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю, что у меня есть цель собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Осталось вот прям вообще совсем вот прям чуть-чуть. Ты можешь мне помочь своей подпиской, достичь ее, и мы будем прям самыми крутыми и на первом месте в русскоязычном комьюнити. Вау, вау. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле. Вся песня состоит из 4 аккордов. На протяжении всей песни они в этой последовательности и будут повторяться. Как раз сейчас начнем с них. Первый аккорд, аккорд АМ. Мы зажимаем 4-ю струну на 2-м моду. Далее к этой конструкции мы добавляем 2-ю струну на 1-м моду, и получается фа. Далее опять к этой же конструкции мы добавляем уже 3-ю струну на 2-м моду, и получается ДМ. И последний аккорд, аккорд Е7, мы зажимаем 4-ю струну на 1-м моду, а 3-ю и 1-ю струну на 2-м. Получается АМ, ФА, ДМ, Е7. Теперь, что касаемо боя, перебора и что тут где играть. В первом куплете мы будем с вами играть бой вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. Да, вы можете всю песню от начала до конца играть бой восьмерка, ну камон, давайте мы ее как-то разнообразим, потому что, ну, развития никакого не будет, где развитие? Надо развиваться. Поэтому в первом куплете мы возьмем такое, чтобы создать вайб, слово прям дня. Бой вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. То есть получается... Причем мы будем его играть один раз на один аккорд. Получается. Да, вам может показаться, типа, чё, это же дворовое. Но поверьте, если вы все правильно сыграете, у вас будет звучать не как дворовое, а как крутое, вау, заводное, прям вау. Короче, давайте соединим это все с первым куплетом. Ты что-то хочешь узнать? Знаю, что тебя выдает твой недопитый бокал. Может, пора уже сдаться, у тебя ко мне странный вопрос. Я не вижу в нем смысла, до тебя до сих пор не дошло. Ты сегодня завышаешь планку, вывернула меня наизнанку. Тебе нужен я и лимба, бэби, ты играешь не по рангу. Опа, это первый куплет был. Далее, в припеве, на первые 3 строчки мы будем делать просто один удар вниз, один раз на один аккорд. А на остальные 3 строчки припева мы будем с вами играть бой восьмерка. Он будет выглядеть следующим образом. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Один раз на один аккорд. Вам может показаться это очень сложно, потому что нужно же как-то его быстро играть. Но по отдельности его, пожалуйста, отрепетируйте от аккорда. Сначала вот бой выучите, этот восьмерка, да? Потом присоедините аккорды, а потом уже со словами это все соединяйте. Не нужно сразу этот бой играть со словами, с аккордами и пытаться это все как-то... Не получается, потом вы мне пишете, у меня не получается что-то. Просто отдельно отработайте этот бой, потом все потихонечку соединяйте. Так вот. Давайте это все соединим, припев от начала до конца. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб.
А далее, переход и второй куплет, мы также продолжаем играть с этим боем. И получается... Я тебя уже не понимал, ты ходила очень далеко, я чувствую твой перегар, походу тебе очень хорошо. Нажми на play, я сохранил ту ночь, чтобы ты не забывала, какой день провела со мной. Не хотела здесь оставить, и каждый день я думаю тебе, мысли мои заставляя раздеть. Верь мне, в темноте все в моих руках, ты играешь без ска, и я выпиваю быстро мой яд. Ловим мои искры, сияй, сияй, сияй. Ну а далее у нас с вами идет припев, причем мы его также играем, как за первым разом, то есть первые три строчки мы играем один удар вниз, а последние три строчки боем. Причем вот последние вот эти три строчки повторяются два раза. Давай я тебе сейчас все покажу, и ты все поймешь. Ее бокал полный ксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп. Ее бокал полный ксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп. Ее бокал полный ксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайп, это твой вайп, это твой. Вот и весь разбор. Если тебе понравился этот разбор, то ты можешь поставить свой лайк, написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Если ты хочешь показать мне все свои укулельные труды и старания, то все очень просто. Берешь любую песню и мелодию с моих разборов, учишь ее, выкладываешь себе в Инстаграм, и вот самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя заметила, увидела и дала обратную связь. Ну а если ты хочешь поддерживать выход роликов финансово, то ты можешь задонатить мне абсолютно любую сумму на Донаталерс или подписаться на меня на Бусти. Вот как делают эти ребята. Спасибо им огромное за это! Взамен получают они клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Ксо! Блин, еще 3-4. Точнее звук, точнее. Блин, да можешь в нот попасть?